Тож до нашої студії завітав інструктор з Кравмага Ігор Конвішер. Доброго ранку вам. Здравствуйте. Минулого разу ми з вами вже навчилися, так сказати, основ такого самого головного. Що будемо робити сьогодні? Сьогодні ми повторимо те, що проходили на прошлом занятті, і вивчимо пару нових елементів. Это защита от удара, защита от захвата. Ну, если хватит времени, еще один удар посмотрим. Ух ты! Попробуем сделать, да. Давайте. Распочнем, давайте. Я готова. Да, давайте. Значит, на прошлом занятии мы изучали с вами защиту от захвата за руку. Да? Так. Вас берут за запястье, вы наносите удар ладонью в подбородок. Так. Пойдем. Ногой в пах. И вырываете руку в сторону большого пальца, отходя назад. Отлично, вы ничего не забыли. Я все помню. Дальше. Значит, смотрим такую ситуацию. Противник хватает... А вы говорили, что не можно кулаками. Чи вже можна? Я просто вас боюсь кулаки зробити. А, я зрозуміла. Противник хватает вас за плечо, за ліжне плече. Ну, давайте вот этой рукой, чтобы было видно. Да? Наша задача та же. Мы прихватываем ладонь, отшагивая назад, носим удар ладонью, удар ногой и срываем захват, отходя назад. Скидаем руку. Да. После этих ударов противник, скорее всего, захват отпустит сам. Давайте попробуем. Вы прихватываете мою руку. Так. Вот здесь за запястье. Наносите удар ладонью. Да, удар в пах. И делайте левой ногой шаг назад. Левой ногой. И вот это? Да. И отлично. Отсюда. И отходите назад, поднимая руки. Еще раз давайте пробуем. Делаем шаг назад. Левой. Удар. Раз. Удар. Два. И еще шаг назад, срываем. Слушайте, я пока зорієнтувалась бы, какими ногами мне крокувати. Да, это проблема. Я знаю, что многие... Меня уже побили. Ну, это пока что так, сложно. Я знаю, что многие женщины путают право-лево. Да? На самом деле это не проблема. Ну, так, да. Как мы успели заметить, то все происходит унифицированно. То есть главный принцип Кравмага гласит о том, что минимум действий против максимальной агрессии. То есть в острой ситуации, когда происходит на меня нападение, я, скорее всего, не смогу сориентироваться, если у меня будет в голове заложено много приемов. То есть я знаю достаточно немного, у меня есть один алгоритм действий против различных типов атак. Итак, попробуем мы защищаться от удара рукой. Самый распространенный удар рукой – это удар рукой сбоку, вот отсюда. Я вас бить не буду, спокойно. Надеюсь, что вы меня тоже бить не будете. Итак, защита. Как, чтобы лучше было, какой рукой, чтобы если удар. А я кого ударит? Нет, вы будете меня бить. А, я? Давайте до правой. Давайте я либо именно... Вот вы сбоку бьете меня в голову. Моя задача, отходя назад, выставить руку. Это совершенно рефлекторная защита, мы не делаем там, не понимаем красивых стоек, не делаем различные блоки, да. Когда в нас лежит, летит что-то неожиданное, да, мы просто отмахиваемся, отходя назад, правильно? Ага. Иногда зажмуриваемся. Ну, зажмуриваться не стоит. Поэтому смотрите еще раз. Меня неожиданно носит удар. Я отшагиваю назад, выставляю руку. Дальше все то же самое. Удар рукой, удар ногой в пах и отшагиваем назад. Пробуем? Давай. Пробуем. Я вас бью правой рукой. Вы выставляете защиту вот сюда. Можно вашу руку? Да. Наружу. Ага, вот. Да. Раз. Правой рукой. Так. Правой так. Ногой. И отходите назад. Не, ну вы, конечно, очень грациозно это делаете. Да. Чуть-чуть меньше грации и больше прагматик. Нужно прикрыться. Ага. Ну давайте, зараз давайте попробуем. Еще раз. Раз, удар, два. И ногой три. И отошли назад. Да, только постарайтесь ногой не как дубиной бить. Да. А вот мы в прошлый раз об этом говорили, да, чтобы нога выключилась. Ну мне страшно просто покалечить это. Ну вы можете. Я еще можете, я не сомневаюсь. Сильно разрахувати, да. Я сам внутренне вздрагиваю каждый раз. Итак, смотрите. Защита от захвата. Прихватили руку. Ударили ногой. Рукой, вернее, да. Ударили. Ударили ногой. Ударили. Отошли назад. Сорвал захват, да. Удар рукой. Отбили. Ударили. Ударили. И отошли и назад. Же. То есть делаем мы каждый раз все то же самое. Да? Но, в принципе, противник еще не обездвижен. Вполне вероятно, что он там может сопротивляться и может продолжить на вас нападать. Ага. Поэтому желательно после того, как вы нанесли в него эти удары рукой и ногой, добавить ему... Абсолютно правильно. Удар называется молотком. Ну, в англоязычной традиции он называется хаммер. Молот. Угу. Удар кулаком сверху вниз. То есть, когда человека ударили в пах, он немножко наклонился, и вы сверху под основание черепа либо по шее носите ему удар основанием кулака. Так удар у кожного різний. Тобто, як удари, то він вже не встане. Конечно. В этом-то и смысл. Дело в том, что понимаете как, если вы человека ударили, это еще не означает, что он тут же рухнет и будет биться в каждом конвульсиях. Совершенно не означает. Человек может разогнуться, подобрать что-то с земли, достать из кармана нож и снова вас атаковать. Что очень нежелательно. Ну ладно, не вас, меня может атаковать. Да, что очень нежелательно. Поэтому необходимо его обездвижить максимально быстро и максимально надежно. Поэтому мы делаем следующим образом. Меня пытаются ударить. Попробуем. Я делаю раз, наношу ногой удар два, человек наклонился, если, то я наношу удар
каблуком сверху. Все, я уже в конкурсе. И опять же отхожу назад. И давайте мы с вами попробуем этот удар сверху изобразить на снаряде. Ага. Да? Значит, сначала давайте правильно попытаемся сложить кулак. Вот таким образом. Большой палец плотно примыкает сюди. Угу. Вторим тобто фалангом указательного стрілка. Дивимося і повторюємо. Да. Головне зробити. Удар а якщо неправильно зробити це? Ну, очень нежелательно. А що буде? Я можу сама себе покалічити? Да, ви можете травмуватися в кисть. Это очень нежелательно допустить. Хотіла маняка покалічити. Покалічу себе. І от представьте, ви нанесли спочатку удар в ладоні. Угу. Ладоню спочатку ударили. Нанесли удар в пах. І тепер зверху кулаком. Да. Ну, это как точечка. Я на тренировке, тренируется у нас девушка одна, я говорю, как вишенка на торте. Да? Давай попробуем все вместе. Ладонью, раз, ногой, два, и кулаком сверху, три. А попробуй, да. Удар так удар. Если я как не порвалась подушка-то, я удивляюсь. Ну, давайте попробуем сильнее. Еще раз. Еще сильнее? Конечно. Раз, и два, и кулаком, три. Отлично. Зверно маняк, бо мене не сильно б його покалічила, але все-таки, да, може він там би трішечки запоморочився. Не исключено. Давайте ще раз попробуємо все вместе. Давай, первое. Так. Защита от захвата. Угу. Прихватываем руку за сгиб запястья. Нет, вот большой палец вот здесь. Так. Отшагивая левой ногой назад, наносим одновременно удар правой. Нанесли. Да. Потім... Удар правой ногой снизу. А, еще и сюда. И сюда. И все, я сам отпущу захват, это с гарантией. Но мы не так вот стоим и любуемся, что что-то произошло. Да, там, эй, дружище, ты там жив, нет? Отходим назад, все-таки сохраняя бдительность, потому что кровомага предполагает, что нападающих всегда больше, чем мы видим. То есть вполне вероятно, что там его друзья подбегают. Конечно же. Мы такие, опа, на него, да? Это же такой самый удар. Да. Противник наносит удар рукой. Мы защищаемся. Раз. Два. Бах. Три. Тех наклонился, добиваем и, очень важно, это очень важно, отходим назад, осматривать по сторонам. Вот примерно таким образом мы действуем в случае нападения с захватом, либо с попыткой нанести удар. Зрозуміло. Я думаю, вам також зрозуміло. То ще нагадую, до нашої студії завітав інструктор з Кравмага Ігор Конвішер. Він до нас приходить дуже часто, тому ви дивіться, повторюйте за нами і не бійтесь ніяких маньяків.